ремонте самокат вот такой вот фирмы, не знаю, как это правильно произнести. Значит, конструкция тормоза очень интересно. Есть ножной тормоз, когда вы ногой нажимаете на этот упор и прижимаете, он уже здесь протирается. Есть вот такой маленький лепесток, когда вы на тормозную ручку нажимаете, этот лепесток блокируется в колесо, но он, видите, под каким углом, он слишком короткий, его колесо просто у человека вот так вот внутрь продавило, это все развалилось. Короче, очень неудачная моделька тормозов. Принесли, вот сейчас все собрали, сейчас попробую прокачусь, как вообще это едет. Но что-то мне не очень понравилось, потому что слишком короткий лепесток. То есть либо давило бы на всю часть, либо бы он подлиннее был бы. Но такой неудачный вариант.